Семичан очаровали обитатели передвижного дельфинария, который прибыл в конце августа из Москвы в наш город. Главными героями шоу-программы являются два черноморских дельфина, занесенных в Красную книгу, а также два морских котика. У семичан появилась возможность воочию увидеть морских обитателей. Московский дельфинарий привез в город уникальное театрализованное шоу. В программе принимают участие два черноморских дельфина и два морских котика. Уникален дельфинарий тем, что дельфины у нас находятся как в натуральной среде. То есть у нас полная система фильтрации воды, полная очистка. То есть вода полностью соответствует всем стандартам. И даже вода, наверное, лучше, я так скажу, что лучше, чем в море. Черноморские дельфины, которые у нас находятся, это фалины. Они занесены в Красную книгу. Их, на самом деле, очень мало. Они охраняются законом. Поэтому это дает нам свои приоритеты. Шоу имеет сюжетную линию и построено по мотивам фильма «Пираты Карибского моря». Джеку Воробью, в роли которого выступает тренер дельфинов, необходимо вернуть похищенную пиратом Дэви Джонсом русалочку. В этом ему помогают его верные и умные друзья – дельфины и морские котики, поражающие своими трюками и ловкостью. Сальто, прыжки в высоту, брейк-танцы в их исполнении никого не оставят равнодушным. Хочу сказать, что было очень шикарно, всем понравилось, даже вот моя семья, она очень счастлива. Я первый раз сюда пришли, вообще все шикарно. Впечатление классное, вообще супер. Первый раз такое у нас, нет, хорошо, понравилось. Дельфинчики понравились, как они прыгают, представление вообще хорошее, суперское. Московский дельфинарий планирует пробыть в семье еще месяц. Помимо розничной продажи билетов, здесь принимаются и групповые заявки на льготных условиях. Сауле Байгалиева, Серик Нуртазинов, телеканал «Семей».